Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гребенчук. І зараз говоримо, що таке біоенергетика та як вона допомагає фільтрувати негативний інформаційний простір у 21 столітті. Сьогодні в наших гостях Олена Блажко, психологиня та біоенергетика. Я вас вітаю. Ну що ж, перше питання, найголовніше. Сьогодні така особлива дата. 02.02.2022 рік, багато двійок. По-перше, хочеться так от почути, що це означає ця цифра, і чи варто сьогодні в 22 години 22 хвилини так бажання загадувати? Добрий день. Ну, звісно, має смисл. Нічого случайного не буває. Сьогодні день народження моєго сина. Син, поздравляю тебе. Удачі тобі. Значить, і сразу, що стосується енергетики, смотрите, я на підйомі, я з поздравлением, я сейчас даю, а руки я піднімаю. Тобто я по енергетичній лестнице вище, вище піднімаюсь, піднімаюсь і даю і беру одновременно. Це перша підказка. Давая, получаємо. Значит, что означает дата? Двойка, в принципе, вообще, это потрясающее число. Чем? Она партнерская, она помощь, она дружеское плечо, она баланс и она регулировка, равновесие всего. Это что значит двойка? Ну, кроме двойки есть нули. И важная фишка в чем? Что ноль усиливает цифру, стоящую за ним. Таких дат будет в феврале немало, потом в декабре, и вообще больше они не повторятся. Я сейчас чуть позже скажу о сегодняшнем дне и о том, что делать, как загадать желание вечером. Но обратите внимание, мы с вами не встретимся до того, а хотелось бы, и хотелось бы чаще, потому что есть что сказать. Будет самая-самая присамая дата 22-12, 20-22, и самая-самая присамая дата – это когда соединяется максимальная та дата, которую я сказала в декабре, это усиливается единицей, лидерской цифрой. А самая присамая дата 22.02.22. То есть вот сейчас у нас в феврале ждет еще вот такая дата. Итак, о сегодняшнем дне. Значит, достаточное количество пятерок и много нулей. Каждая двоек. А почему вдруг я сказала пятерки? Не знаю, что-то так мне захотелось. А пятерка, я потом дальше скажу цифры, я дальше скажу, что кому соответствует, и как брать желание, какое желание соответствует в определенное время. А время мы берем не случайно, 22-22. Почему? Мы двойку еще больше усиливаем. А у нас три нуля, и такой цифры не повторится больше, такого сочетания. У нас двойки, мало того, что мы их подбираем еще временем, у нас еще нули их усиливают. И что это значит? Значит, а это следующее. В 22-22 загадывайте себе желание, открывайте себе простор. Но здесь важная фишка. Смотрите на свою дату рождения. Если вы сложите все цифры, вот в сумме получается 23. Это не 23, это 5. В сумме получается 18. Это не 18, это 9. И я сейчас скажу, что это значит по цифрам. Быстро. И каждый из вас запоминайте, что это будет. Почему это важно? Потому что пятерочник, вот я же почему-то его назвала, да, не просто так, ничего не было. Значит, пятерочник – это всегда эмоциональное стремление к переменам, философ, ум, бунтарство, свобода и поездки. Пятерочник себе может и должен загадать, такого случая больше не будет, и пожелать себе путешествия, поездки, перемены, карьеры, вот такого вот движения. И вдруг, а ему хочется построить дом. Но построит он дом не как пятерочник, который к переменам готов, а небольшой домик, такой удачка, сарайчик. Стоит ли тратить свой потенциал? Домик должен строить шестерочник, у которого гармония, семья, мир, успешность, он советник, и он вообще гармонизатор пространства, он весь в семье. Поэтому слушаем меня внимательно. Итак, у кого в сумме единица – это власть, амбиции, лидерство. Загадывайте себе движение по карьере в 22-22 сегодня.
это еще и воинственность. Если есть такая тенденция получить продвижение, сегодня просите. Второе, двойка, партнерство, гибкость, баланс, лучшая пара, лучший исполнитель, лучший защитник, лучший супруг, лучшая жена, лучший друг, партнерство и равновесие, и баланс, и преданность. Вот в 22-22 сегодня двоечники делают себе такой подарок. Я вот даже думаю, а что бы можно было двоечникам в этот момент загадать по карьере? Это такой мозговой штурм, это глубокомыслие, это открытие новых проектов, поскольку тянет человек с двойкой в коэффициенте, он тянет за собой усилия и работу лидера, который, возможно, и не знает, что партнер его сильнее его, это двойки. Тройки. Тройки потрясающие для них, это легкость в общении, это харизма, это талант, это человек-праздник. Но тройкам осторожно, внимательно, половина жизни позволяется безнаказанно веселиться, радоваться, шуметь и быть ракета-петарда, а потом спросится, безнаказанно, но предложится. Вторая половина жизни – осмысленная, осознанная и такая вот трудящаяся. Четвертый – это трудолюбие, честность, созидание. Ну, что четверочник может захотеть? Успехов для детей. Сразу скажу, у четверочников дети очень правильные, удачливые. В основании четверки – квадрат. Везде правильно, везде законность, везде аккуратность и трудоголие. Что может четверочник хотеть? Всего, потому что он все перекопает. Ну, в основном, наверное, в материальной сфере она будет более продуктивна. Пятерочник сказала, эмоции, поездки, общение, коммуникация, вот такое вот все, что развивает, что поднимает. Шестерочник, гармония, семья, мир, успешность, он советник, и с шестеркой поссориться невозможно, он и других помирит, и сам не допустит, очень любит гармонию, очень любит комфорт. Что можно заказывать? Ну, что, я знаю, что гармонизирует. Материальную сферу – это однозначно, да, все в семью. Он за семью отвечает, для него семья на первом месте. Семерочники – это лидеры, это интуиция, психология, философия, ораторство. Они ученые, они исследователи, они аналитики. Что можно захотеть? Ну, благодарной аудитории. Это я себе, допустим, 22, такое себе продумала бы. Ну и развитие, конечно. Семерочники очень интуитивны, очень подозрительны, очень детективны, очень аналитичны. Ну, мозговой штурм приносит плоды. И дай Бог, чтобы приносил плоды. Восьмерочник. Это финансисты, они под эгрегором денег. Обычно так, чтобы быстро объяснить, что это, они, конечно, будут хотеть денег, они будут хотеть финансовых успехов, они будут хотеть карьеры, они будут хотеть просто клад, найти клад. Так вот я скажу, если идет компания по снежку, которая Анушка сказала, хочу снега, хочу зимы, они идут и ногами подбрасывают снег. И все, кто как, кто радуется, кто огорчается, кто философствует. А восьмерочник из сугроба найдет сухарик, выбьет, потому что у него финансы и материальность его любят. Его любят эти энергии. И ему это свойственно. Девятка. Девятка, заключающая последний наш знак. Упряжу и скажу, мы не забыли о нуле. Нули – это усиление всего. Но просто мы, если 10, то будет единица. Ноль не суммируется. Девятка – это уверенность, способность любить и всепрощение. Это способность принимать, прощать. Это духовность, высота помыслов, еще религиозность, а еще и целительство. Если у кого-то есть способности, каналы, развивайте. Девяткам это присуще. Рисуется мне картинка, как-то пришлось мне человеку давать характеристику, какой он был в прошлой жизни. А это был монах-отшельник, который всех благословлял, который за всех молился, а люди в него бросали камни, а он это прощал.
На это способны только девятки. Утешительная информация для девяток. Девятки всегда в этот мир спускаются с парой, с партнером, как подпорки, как костыли, как помощники. Всегда они не одиноки. Рано или поздно у них семья, рано или поздно у них друзья, рано или поздно у них команда. Всегда вот таким образом. Так что о сегодняшнем дне в 22:22 до того подбейте. Еще хочу сказать по поводу желаний и контакта с высшими силами, ну, скажем, с информационным полем. Я как-то говорила и рассказывала, 3 часа ночи, невзирая на, у нас наработан опыт энергетических подъемов, невзирая на то, что час переводится, особого значения это не имеет, есть биологические внутренние часы. Так вот, около этого времени, если человек просыпается, но не по будильнику, сейчас меня услышав, многие поставят 3 часа на будильник, нет. Если просыпаетесь, вас просыпают в 3 часа ночи, это час быка. Это особое время контакта. Это полусон, альфа-уровень человека, это такие биоритмы, которые очень воспринимают, и очень, вы очень контактны. И через высший наш канал, если кому интересно, я расскажу, что это, как эта чакра называется, как энергия сюда поступает. И вот вас размыкают в 3, дают информацию, контачьте, разговаривайте, общайтесь, молитесь, медитируйте, выходите на связь. Это власне, 3 часа. Хочеться від вас почути, що таке, да, простими словами, якщо можна коротко, біоенергетика і як, так от зараз час, 21 вік, коли дуже багато інформаційного шуму, багато бруду, і людина не зовсім може адаптуватися під це. Як, власне, за допомогою біоенергетики фільтрувати цю інформацію? Что такое энергетика? Наше топливо, в общем-то, в принципе, понятно. Среди этого треска и шума идет такой поток информации, который вышибает с нас эмоции. Эмоции – это энергии, энергии – это вибрации. И как мы вибрируем, высоко или низко, отсюда наше качество жизни. Значит, 4 вида энергии, да, у нас физическая, как пирамида Маслоу, снизу располагается, самая основная, базовая, физическая, эмоциональная, интеллектуальная, духовная. Значит, физическая кормится пища. А дальше идет эмоциональное, это в основном социум, это наше общество, это эмоции, которые мы воспринимаем. Значит, ну и как мы воспринимаем, а дальше что? Их надо переработать, их надо отсеять, нам в этом жить, разрушающие они или созидательные для нас. Значит, есть такой очень простой прием, получил эмоцию, и она тебя взбудоражила, по-хорошему или плохому. Но если по-хорошему, то, конечно, мы на подъеме. Аннушка, напомните мне, чтобы я сказала, прием создания положительных эмоций до 12 часов дня, как это работает, это потрясающий тренинг. И вы получаете эмоцию, и что с ней делать? Положительно она вас поднимает, она вас уровень высокий. А отрицательное? Все, этот день испорчен. Быстренько надо что сделать? Словить. Услышал? Что меня беспокоит? Дайте себе 1 минуту, назовите эмоцию, переберите все, и пусть вам подходящее даст отклик. Что это было? Раздражение, зависть, гнев, злоба, месть. Что это такое было? И если вы четко, нет, это не совсем зависть, нет, это не совсем злоба, разорву, это гнев, это агрессия. Выбирайте, пока выбрал, абсолютно. Знаю эту эмоцию. Я знаю, она моя, я ей дала имя, и я ею владею и овладею. У нас есть гипоталамус, задняя часть мозга, который не ошибется, это наша защита. Сказал, назвал, принял уже, и выставляет фильтр, и выставляем с этим работу, выставляем блоки, с которым это работать. А это элементарно. Раз я ее назвал, то я ее назад. И утяну, и заберу. Это первый фильтр. Это элементарно, но это так работает. А потом, такое вот расхожее словечко. Да плюнь, да забей, да отморозься. Каким образом? А есть квадрат Декарта. Лезьте в Фейсбук, смотрите, там красивые картинки. А я сейчас просто говорю элементарно, как
А нафига оно мне, да? Вот так вот мы себя спрашиваем. Значит, а что будет событие? Мы должны в нем участвовать. А что будет, если оно не произойдет? А что будет, а чего не будет, если оно не произойдет? Вот я не включился, и что я потеряю? Что не будет, если это не произойдет? Это мы, не произошло событие. А теперь событие должно произойти. А что будет, если произойдет? На что я уповаю, что я хочу? Какие я ставлю на это фишки, категории? Какие я отсюда получу ковришки, бонусы? Если это произойдет, что будет? Хорошо. А чего не будет, если это произойдет? Что это событие от меня уберет, заберет? И что исчезнет от меня? Элементарные фильтры. Но самое важное – поднимать энергию. Я помню, что я должна сказать о 12 часах. Есть у нас возможность? Время. Так, час. Значит, ну все, это отрицательные эмоции, вибрации, их надо сбрасывать, они разрушают. Значит, есть у нас до 12 часов, держу палец, 12 часов дня, скажу обязательно. Значит, а у нас есть шкала эмоций в вибрациях, так сказать, магазин эмоций. У нас есть показываю опять же тоже, можно картинку более красивую, более приемлемую найти. Меридиан, экватор. Потримайте трохи. Черный. Итак, черное, ясное дело, дальше никуда. Идем вверх. Что у нас положительного? Я сейчас скажу, как мы его будем поднимать. По нарастающей. Оптимизм, принятие, благодарность, единство, сострадание, сердечная любовь, безусловная любовь. Это счастье. Они имеют свою цену в герцах. Это вибрации, и мы их измеряем в герцах. Значит, безусловная любовь набирает 205 Гц. Как полезно вибрировать на высоких вибрациях, мы тем самым еще даем энергетический стимул, поток планете, которая вибрирует, если раньше было 8-9 Гц, то сейчас поднимается до 12. Я правильно розумію? Тобто з ранку до 12 години потрібні тільки високі вибрації, позитив? А я скажу техніку. І ловіть себе на отрицательних емоціях. Це що? По герцам даже. Раздражение 3,5, жалость к себе 3, превосходство. То есть мы понижаем. Превосходство, гордыня до 2, пренебрежение 1,5, гнев, гордыня 1 не набирает. Ложь, обида чуть-чуть есть, и здесь оговорка. Ложь как сокрытие и ложь во спасение. А дальше самое близкое к смерти. Страх и чувство вины. Это манипуляции, которые нам будут навешивать. То есть, что тут говорить, да? Что мы сейчас получаем в информационном поле? Мы все в страхе, мы все в ожидании, что будет. И чувство вины – это уже, скажем так, ближе, это каждый индивидуально в этом барахтается и копается. Там есть особые приемы. Можно спрашивать в этом событии, в котором я себя обвиняю, один ли я в этом участвовал. Итак, это все не набирает никаких подъемов по вибрациям, эмоциям, они отрицательные. Ниже всего – смерть. Разрушаемся. Смерть духовная. Если тело еще живет, то дух и наши... Отсюда и события. Оно просто умирает. Живые мертвецы. А теперь 12 часов. Значит, вот утром проснулся. Как набрать себе, как себе включить вибрации? Ходим, одеваемся, чистим зубы, умываемся. И у кого что есть? Орехи, каштаны, фасоль крупная. Купите себе орешки, поставьте 2 вазы. Конфетки, карамельки, они отдельно. Ну, элементарно, притянуто за уши. Ампутации не произошло, руки, ноги целы. Положительное, в положительную вазочку. Напишите себе плюс, напишите себе минус. Зато тапки я не знаю где. Ах, расстроился. Ну, пиши себе минус. Бросай себе в минусовую вазочку. И до 12 часов мы объективно смотрим, что хорошо. О, я себе, у меня в холодильнике есть 2 яйца, это яичница, плюс. Хопа, одно разбилось, это минус. То есть мы раскладываем, ну, я говорю шутливо, я говорю утрированно, потому что с утра могут быть звонки очень нехорошие, может быть такое, что мы совершенно не попадаем. Итак, до 12 положили, хорошо, если у нас плюсы превышают. Почему до 12? Что мы делаем после 12? Нам надо перекрыть плюсами вот это отрицательное. Тогда мы начинаем выискивать, мы начинаем себя поднимать, мы начинаем осознанно
сознательно выбирать плюсы. Каким образом подниматься по шкале эмоций? Даже прогулка в лесу, даже шопинг, даже звонок другу, даже погладить кота – это 15, от 15 до 50 Гц. Отправить котика по сетям – это тоже высокие Гц. Тобто дрібниці і роблять наше життя живим та позитивним. Я дуже дякую вам. На жаль, ефірний час у нас скінчився. Маємо приглашайте, у мене дуже багато чого є сказати. Будемо вас запрошувати обов'язково. Спасибо большое. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні була Олена Балашко, психологиня, біоенергетика. Говорили про унікальну дату з двійками, яка сьогодні, так, та що таке біоенергетика, та як з її допомогою виставляти свій особистий фільтр на негативний інформаційний простір. З вами була Анна Гармончук. Дякую за увагу. Дякую.